Коллеги, рядом со мной Михаил Соколовский, компания Engie. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания? Наша компания является лидером на рынке производства устройств самообслуживания. Порядка 45% постаматов на российском рынке они сделаны на наших заводах. Также активно развивается направление устройств самообслуживания в виде таких специализированных касс. Наверняка вы их видели в кассовой линии у Перекрестка и Пятерочки. Также я как директор по продукту отвечаю за появление новых продуктов. В настоящий момент еще порядка десятка продуктов находится в активной разработке. И надеюсь, скоро мы сможем удивить рынок новыми устройствами. А также, также интересно не только наш рынок, но и рынок ближнего зарубежья. Мы хотим сказать вам спасибо за вашу работу, потому что социопатам просто это прелестно. Они приходят, в общем, в офлайн-магазин, но при этом обслуживают себя сами и спокойненько уходят домой. В этом ваша заслуга. Да, конечно. Могу привести такой пример, как один из крупнейших магазинов по продаже стройматериалов, при том, что он и так работает фактически круглосуточно, приобретает сейчас наше устройство с тем, чтобы клиент мог забрать свой заказ, в том числе и в 2-3 часа ночи. Также один из примеров применения наших решений – это когда человек, допустим, приезжает в какой-то дилерский центр и может оставить машину на ремонт или техобслуживание, опять же, фактически круглосуточно, не взаимодействуя с мастерами. Он просто оставляет в специальном устройстве ключ, уезжает, дальше приезжает уже за готовой машиной, что также удобно, поскольку это можно сделать, во-первых, опять же, повторюсь, в любой момент, самое главное, без взаимодействия с людей, потому что наверняка слышали, Билл Гейтс нам где-то через пару лет обещает очередную эпидемию, и вроде как мы уже, ну, может быть, даже в каком-то степени уже к ней готовимся. Раньше он нам обещал ковид, но мы его не слушали. Теперь мы уже прислушаемся к его словам. Спасибо, Билл Гейтс, что нас предупреждает чуть заранее. Спасибо вам за вашу работу и удачи. Надеюсь, что новые устройства будут делать нашу жизнь еще лучше. Да, спасибо вам, будем стараться.